Юнормейцы в Бийске установили рекорд по сборке и разборке автомата. Школьники и студенты из военно-патриотических клубов города и ближайших районов приняли участие в смотре-конкурсе. Молодые патриоты стреляли из оружия, подтягивались, бегали, соревновались в конкурсе речевок. Пятнадцать секунд понадобилось Марии Овсиенко из Белокурихи, чтобы сначала собрать, а потом разобрать автомат. Это всего на 4 секунды больше армейского норматива. А вот по итогам всех упражнений победу разделили две бийские команды – кадетской школы и ВПК «Спасатель». Добавим, что в смотре клубов участвовали 9 команд из Бийска и Смоленского района. Большинство из них объединены в единое российское движение «Юн-Армия». Отметим, что за год количество юнармейцев только в нашем городе выросло больше, чем в 3 раза. Сегодня во всероссийском движении числится 160 школьников и студентов из Бийска.